Доброе утро, страна. Привет. Завтракаем сразу. Маргарита спит еще. Угу. Бонечка будет завтракать самая первая. Да все, высыпай сразу. Все? Да. У меня, когда я только на нее смотрю, она мне да. кушает. Меня не кусает, когда кушает. Она не боится, что я у нее заберу. Вкусняшку. Не хочу забирать. Маргош, встаем. Встаем, встаем. Вон, испачкалась. Ксюша сегодня ночью 2 раза кровь из носа шла. Сильно? Угу. Постель испачкала? Ну, только подушку. Наволочку. У меня уже давление. Да. 10 спать легли. Голова не болела? Сегодня у нас пятница, осталось 2 денечка. Ну, то есть, если сегодняшняя считать, то 3. И в школу. Да? Сегодня что, фрайдак? По друзьям соскучились же? Нет, на улице так холодно, между прочим. Мороз, у нас ночью минус. Где-то минус 10 у нас ночью. А вы давайте вставайте. А я же встала. Заправляй постель, иди. Сразу меняй постельное белье, которое ты испачкала. Да. Не, ну ты под наволочку испачкала? Да. Значит, наволочку меняй. Поехать, ну и за продуктами чуть-чуть закупиться. У нас молоко закончилось, яйца закончились. Колбаса, сыр. Вот, ну а так, в принципе, все есть. Там мама и папа, они ушли за продуктами, а мне надо поменять наволочку от подушки. Потому что у меня кровь шла из носа 2 раза. И теперь надо поменять. Я вот эту выбрала наволочку для подушки. Тут собачка и кошечка. Кошечка какая миленькая. Футболку не надела, штаны надела и носки надела. А так не успела, мне рука в крови. Ой-ой-ой-ой. Блин, почему когда одеваюсь? Смотрите. Так, чистим. Блин, там упало. А 2 минуты чистят зубы. Я не знаю, позавчера помыла волосы или вчера. Позавчера, да, позавчера. Батарейка садится. Вернулись с магазина, там так холодно. Так, и к нам пришла посылочка. Я успела. Мы подъезжаем, мы спускаемся в гараж. И как раз это почта приехала. И я успела за посылочкой, иначе бы она уехала обратно. И я Ксюше кое-что взяла. Кое-что тебе. Ух ты. А, вот. Вот это Ксюше. Что? Что это, маска? Да. Еще тебе для коллекции, для полной. У тебя же такая же кофточка, да? Белая, зеленая. С этими же глазками. Вот, Маргоша себе вот такую кофточку заказала. Прощаю. С ангелочками. Да? У тебя же есть уже с ангелочками? Да, на вот это очень круто. С голопопами. А тут нет. Тут нормально. Прилично все. Тут такие вот завязочки. Вот такая вот зелененькая. Кстати, я купила огурец. Ты же хотела с сахаром попробовать. Вспомнила про огурец. Увидела зеленый цвет. Ксюша увидела где-то видео. Кушает огурец с сахаром. И он напоминает вкус арбуза. И она мне говорит: мама, купи мне огурец. Такой цвет классный вообще. А мне на носок. Капнула кровь. Померяй. И вот такая вот кофточка, как у меня. Кстати, я сейчас в ней. Вот она. Мы будем одинаковые ходить. Такая вот мятного цвета. Зелененькая. Вот такой этот фасон. Ого. Ну, как бы это XS. Нормально. Только когда будет маленькая, она будет моё. Есть. Вот эти вот очень широкие. Ну да, они начинаются, получается, вот здесь вот аж снизу. А Ксюше придется немножко ушить масочку, потому что я ее взяла. Я думала, они все одного размера. Я его взяла в отделе мужской одежды. Она была со скидкой, но оказывается, для мужчин немножечко побольше маски. Поэтому немножко нужно снизу подшить. Вот так вот взять и подшить.
Вот у вас же масочный режим в школе, вот прямо возьмешь и будешь сидеть в маске. Ну, можно? Она же, ну, не знаю. Здесь вот свободненько. Нужно вот тут взять, вот так вот и подшить. И все. И масочка будет. Подшить снизу нужно. Другие, они поменьше, ну-ка сравни. Они по-любому вот здесь вот. Конечно, разные. Видно же, смотри. Да. Подожди, вот так вот. Да. Их можно какая? Подрезать. Или подрезать можно, да? И вот здесь вот ушить. Угу. Зашить, чтобы она не распарывалась. А мне уже какие-то ты мне заводила. А Маргарита будет... Представляете, дети будут сидеть на уроках в масках? Это вообще... Но она у тебя фильтруется, воздух хорошо, да, проходит? Дышать удобно? Ну да. Хорошо дышать? Часа 3-4 будете в масках сидеть. Чего? Нет, целый день, но мы же целый. Ну как целый? А, ну имеется в виду, домой придете, отдохнете немножко, подождете волос. Передышку сделаете, потом придете домой, покушаете, пойдете в школу опять в масках. Вот так вот. Зачем? Раньше, главное, когда была эпидемия действительно очень сильная, ничего страшного, да. Ходили все без масок, нормально. Нет, а вот сейчас вот нужны маски. Начиная с 5 класса, 5-6 класс, младшим нет. Девчонки вспомнили, что, оказывается, в понедельник нет школы. У-ху, пони. Потому что в понедельник праздник Фастнахт начинается. Но у нас его не будет, но все равно выходной. Это расстроилось. Она так хочет в школу. Немножечко, может, расслабить вот здесь. Чтобы она не собиралась, это, чтобы ее не открывалось. Маска одна, иди. И завязать. Прикольненько. Ну, да мне тоже водолазка такая. Да. Смотри. Ну, понятное дело, что такие они. Может, подвернуть как-то. Что ты хочешь? Что ты? Давай пойдем огурец кушать. Огурец? Давайте. Бонь, пойдем огурец с сахаром кушать. Пойдем? Она так смотрит на меня. Что ты говоришь такое? Бонь. Так, будем разбирать сумочки, сумочки. Это где что, огурец? Маленький огурец салат? Где-то здесь. Нет, это я не знаю, как называется. Но это папе нравится. Это папе нравится. Но они немножко вонючие. Но папе нравится. Где-то тут огурец. Да, а надо мыть! Дай мне тоже. Надо помыть. Не надо. Вот стекло. На, помой. Чем так много? Нормально. Ксюша, просто макни арбуз туда. Ой. Просто макни туда этот огурец и все. Арбуз туда просто макни. Ой. Все? Ну вот я тебе что и говорила. Пробуем? Ням-ням. Ничего не... Это вообще даже близко не. Это не вкус арбуза. Вы что, не знаете вкус арбуза? Это вкус арбуза. Вкус вкусного. Почему у тебя синяк под глазом? Кто тебя треснул? Ксюша? Я ее не била. Я ее не била сразу. Да, вкусно, но не здесь арбуза. Это грыжа. Ксюша? Нет! Я ее не била. Мне треснула. Ты мне треснул, потом на меня упал телефон. Нет! Да! Да, не упал телефон. Мне не нравится. Просто лучше арбуз. Ой, да, просто лучше арбуз кушать, как арбуз. Да. Чего, мы в одинаковых теперь. Она такая удлиненная, да? Потому что она у меня тоже длинная. И это длиннее. Не, у тебя правда вот тут синяк небольшой? Здесь вот. Он уже такой... Зеленоватый проходит, я не замечала даже. Так, я сейчас пойду гулять. Блин, у меня такой синяк здесь. Сейчас я попробую замазать. Не заправлю постель. Ну ладно. Пройти замазал. Супер. Вот так вот я собираюсь на улицу. Короче, на свитшот. Просто джинсы. И все. Загрузила только влог. Посмотрите, сколько сразу комментариев. Буквально оно вышло. Даже минуты нет. Уже 253 комментария. Сердечки. Вот я уже ставлюсь уже. Вот ваши комментарии все. Смотри. Теперь вот это. У нас Каролина открыла свой маникюрный салон. Она мне делает маникюр.
Видите, какой крутой. Ну, у меня здесь еще, видите, не... у меня еще ногти не отвалились. Вот тут остатки моих нарощенных ногтей. И вот она мне вот эти вот накрасила, и сейчас она мне будет клеить. Можно я выберу? Или ты будешь выбирать, какой рисунок? Ты можешь. Я могу выбрать? Спасибо. А сколько будет стоить ваш маникюр? 20. Что 20? Не знаешь? Нет. Бесплатно? Да, за конфетку. Да. Хорошо. Я конфеткой расплачусь. Это два? Да. Еще третий ноготь же у меня есть. И я хочу бабочек. Вот так вот. Все, уже высохли, можно туда толкать. Какой? Вот этот пальчик. Салбачек сейчас мы приклеим. Это там. Так, все, мы пробуем другой пальчик. Давай. Раз, два, три. Опа. Пошла. Вот, видишь? Я же сказала, это зависит от лака. И вот это нет. Это нельзя, значит, сверху красить другим лаком. А... видите, у меня теперь собачки. Я знаю, что. Кто там у тебя? Лас. Кто это? Маргарита, наверное? Так быстро? Маргоша пришла, как погуляла. Холодно? Давай что-то будем вкусно делать. Что вкусное? Мы вон сделали уже печенье кокосовые. Они нам не понравились, видите, они у нас еще стоят. Они какие-то странные. Кефир. Они какие-то так себе потом. А как вот продают кокосовое печенье? Как они делают? Я купила специальный сироп. Где он? Вот он. Да. О, давай. Специальный. А это шметпейра. Ну все равно, знаешь, какой вкусный. Панкейки. Давай, делай панкейки. И мороженое у нас есть. Можно панкейки с мороженым. Самое любимое Ксюшино блюдо, да? Панкейки. Что ты просишь? Она мне просит что-то. Что ты просишь? Кушать? Достаем миксер. Чего? Вот это? Да, как всегда. У нас уже яйца. У нас как уже традиция какая-то. Вечером мы какие-то вкусняшки наши снимаем, да? Конечно. Каждый вечер у нас какой-то рецепт. Ребят, вам нравится? Если нравится, то пишите. Я нашла здесь творожок. Надо сахар. Да, сахар насыпаем. Сахар. На глаз. Сколько сахара? Сахар на два глаз. Два стакана. Нет, стакан. Один стакан. Стакан. Давай лучше не на глаз, а на стакан. Потому что я не доверяю твоему глазу. Мой глаз хороший, красивый. Нет, я не доверяю твоему глазу. Теперь два стакана муки. Пока нужно это все взбить. Да, потом добавить вот это. Так, теперь мы вываливаем вот эту вот. Творожок какой-то здесь у меня залежался немножко. Немножко. Ну, с молоком вкуснее. Так, и теперь мы сейчас будем это взбивать. Все это мы взбиваем. Так, теперь нам нужно добавить разрыхлитель немножечко. Где-то 2 чайные ложечки. Мы это все тоже перемешаем. Ксюш, ой, Маргарита, да? На одну секунду хотя бы покажи. Это для спины очень хорошо. Так вот 2 раза в день будешь делать, спина вообще болеть не будет. Ну, смешно. Ой, такой мишка косолапый. И мы будем добавлять мишку. Так, добавляем теперь. Что, аккуратнее не можешь? Обязательно надо рассыпать. Так, добавляем муку. Я не знаю, сколько. На глаз, короче. Оно должно быть такое, не сильно густое, не сильно жидкое. Включите это. Вот так вот, видите, оно тянется. Как бы не сильно жидкое, не сильно густое. Вот первые блинчики уже готовы. Давай, я убирать буду, а ты сразу будешь наливать. Окей. Да, будем работать в 4 руки. Маргарита, называются сырники. Ты зависла? Эй. А почему называются сырники? Мам, почему называются сырники? Так, а теперь мы будем раскладывать. По 4? Что такая жадная? 5. Что такая жадная? По 6. Ладно, по 4 пока хватит. Нет. По 5 давай. Открываем. И
Сколько мы дадим? Вот так, прям как, знаешь, один, и Боня тут как тут. Пять. Так, и это еще не все, ребят. У нас еще есть мороженое вот такое вот. А вот. Трехцветное. Все уселись? Каждому по вилочке. Ножичек, может, если кому-то надо. Сейчас, иди, Каролина, подожди. Пиу-пиу-пиу. Давай. Да. Макс мне сделал пистолет. Какой мой пистолет? Вот это. Это целый автомат. Это автомат Калашникова. Нет. Пиу-пиу-пиу. Пиу-пиу-пиу. Так, все, мы сейчас это будем играть. Мама, как эти? Я люблю пистолет. Компьютерная игра. Мама, у меня. Все, вы должны очень играть. Очень огромная. Не знаем, как себя занять. Че, во что бы поиграть? Пиу, пиу, пиу. Пойдем играть в Fortnite. I don't care. Что? Ты не веришь? I don't care. Я думаю, кузнечик побежал. А этот тараканчик лезет куда-то. Слезь. Ребенок, ты не наелась? О боже. Все, Ксюшу подстрелили. О боже. Ты живая? Она живая. Кузнечик упал. Все. Маргарита, пистолеты купили. Так, не биться пистолетами. Пистолетами не бьются. Да, мы пистолет. У меня белье высушилось еще утром. Представьте, я забыла вытащить. Она здесь уже все помялась. Так, белье я вытащила, и вот здесь вот, в сушке находится фильтр. Он втягивает всю пыль, мусор, шерсть, волосы. И сейчас мы посмотрим, сколько здесь пыли. Опа, сколько. Вот это все нужно убирать и выкидывать. Как тряпочка прям. Тряпочка из пыли. Выкидываю. И еще вот здесь вот тоже собирается. Это нужно здесь все протереть, убрать. Тут, оказывается, есть еще один секретный контейнер, который вот так вот вытаскивается. И здесь тоже скапливается пыль. Опаля! И это тоже все пыль. Тоже надо вытирать. Сейчас я буду делать свою процедуру, как обычно, перед сном. Буду чистить лицо. И сразу говорю, что у меня на лице нет сейчас тонального крема. Просто сегодня сходила один раз на улицу за покупками, за продуктами. И посмотрим, как же у меня забились поры. Потом покажу, насколько будет грязная вот эта вот штучка. Видите, она сейчас чистая, ничего там нет. Сразу говорю, не реклама, ссылок никаких не даю. Ничего не даю. Этот аппарат я покупала на свои деньги. Вот, и я его испробую, так сказать, испытываю, тестирую. Мне самой тоже интересно, насколько у меня изменится лицо, потому что у меня достаточно проблемная кожа. У меня выскакивают прыщи очень часто. Я все-таки решилась на этот аппарат, поэтому я его тестирую сама лично. Мне очень интересно, насколько он мне поможет. Но на данный момент я замечаю, что у меня намного меньше прыщей стало. Мне очень сильно высыпало. Иногда, конечно, 1-2 выскакивают, но как бы не на 100% они у меня вообще исчезли. Но прыщи, конечно, есть, но лицо намного чище. Тут у меня красное, это у меня раздражение. Это не сами прыщи, а именно раздражение. Тут уже потекло. Гель тоже специальный, этой же марки идет. И нужно смочить лицо не на сухую, а на мокрое. Включаю и начинаю проходить сначала. Можно сверху, снизу, можно снизу вверх. Вообще по инструкции сверху. Сначала лоб начинаю чистить.
Вот, все, она растворилась. А теперь смотрите, какая у меня была грязная кожа. Видите? Вот. Вот это вот вся грязь и пыль, которая у меня была в порах. В общем, вот эту штучку, которую я снимаю, я ее мою. Представьте себе, вот это вот все забитые поры. Вот, я ее помыла и обратно. Все. Глазки я уже буду смывать специальным средством. Ой, я так не люблю смывать тушь. Просто вообще. Так, все, теперь... Сейчас я нанесу крем. На... Ой. Нанесу крем на глаза и на лицо. Унитаз кидай. Ксюша не успела лечь в кровать, как у нее это кровь из носа. Не бежит? Не сильно? Чуть-чуть. Наверное, кровь закончилась. Кровь закончилась, да, конечно. Она любит спать под нашей кроватью, не знаю почему. Или на вашей. Да, либо на нашей. Маргарита собаку выкрой, она под моей кроватью. Мама, Вова не должна кушать? Вони, да, должна покушать. Ее надо покормить и выгулять. Да, да. А сейчас мы идем отдыхать. Всем пока. Спокойной ночи.